Девчонки, всем ассаламу алейкум, всем привет! Всех очень рада видеть себя на канале, добро пожаловать! Как ваши дела, как настроение? Надеюсь, у вас у всех все хорошо. Сегодня я к вам с новым интересным видео, надеюсь, вам понравится. Начинаю снимать его с вечера, ну, начало видео, а так я уже все вам поснимала. А перед началом этого видео обязательно поддержите, поставьте пальчик вверх, напишите какой-нибудь комментарий для поддержки канала. Желаю вам всем приятного просмотра, баракатного вам дня, чтобы у ваших родных у всех было все хорошо, чтобы был мир во всем мире, когда уже это все закончится. Девчонки, делаем дуа, молимся, чтобы было все хорошо. Девчонки, сегодня вам хочу показать свои новиночки. Вот такие шикарные часы. Mibra Watch T2 и Mibra Watch GS Pro. Одни часы подарю мужу, другие оставлю себе. Сейчас немножко вам расскажу. У обоих часов очень много разных функций и отличаются они по минимуму. Давайте сначала посмотрим Mibra Watch GS Pro. У этих часов двойной процессор, есть GPS, будет отслеживать, где вы находитесь, вашу навигацию. А сейчас быстро пробежимся по характеристикам. Есть барометр, 4 уровня измерения сердца, 105 программ спортивных, погружение под воду до 5 атмосфер, батарея 20 дней в полном цикле, процессор 2 в одном чип, звонки по Bluetooth, AMOLED-дисплей, GPS-навигация, 9-позиционный сенсор. А сейчас посмотрим вторые часы, это Mibra Watch T2. Эти часы очень схожи предыдущими, но немножко уступают по характеристикам. У них тоже есть двойной процессор, GPS будет отслеживать вашу навигацию. Характеристики у этих часов – это мониторинг сна, 4 уровня измерения сердечного ритма, 105 программ для спорта, можно погружать под воду уже до 2 атмосфер, функция карт, 10 дней без зарядки, хотя у тех было 20, процессор 2 в одном чип, вызовы по Bluetooth, AMOLED-дисплей, GPS-навигация и 6-позиционный сенсор и барометр. Посмотрим, что идет в комплекте. Вот этой прекрасной, очень красивой, стильной коробочки. Часы. У них есть 2 сменных ремешка. Один вот такой силиконовый. Очень мягкий, удобный, приятный. И второй ремешок вот из такого материала. Тоже очень удобно. Легко они меняются, девочки. Ничего сложного нет. Вот здесь легко отсоединяется и меняешь ремешок в любое время. Магнитная зарядка, тоже очень удобно. И, конечно же, инструкция. Можно сразу по инструкции навести на камеру, да, и скачать приложение для часов. Там очень все просто. Или можно включаешь часы, там тоже выбираешь язык свой и выходит тоже код. Его сканируешь, загружаешь, выбираешь. Короче, очень легко и просто. Каждый разберется. А сейчас посмотрим комплектацию второй коробочки. Это вот такие Mibra Watch T2. Тоже самое идет инструкция. Все понятно. Можно разобраться. Тоже также код есть. Вот. Дальше. Такая же магнитная зарядка. Сами часы, видите, я сейчас их включила, вот сразу есть код. Его сканируете телефоном и устанавливаете приложение. Все легко и просто. У этих часов тоже 2 съемных ремешка. Один вот в таком цвете, а второй силиконовый. Этот сделан как под кожу, а вот этот силиконовый. Такой тоже мягкий, удобный. Тоже легко меняется. Вот здесь, видите, защелкиваете и все. Вот такие стильные часики. Надеюсь, вам понравилось. Я вообще довольна. Вот эти часы оставлю себе. Эти шикарные подарю мужу. Ему очень тоже понравились. Такие красивые.
хороший дизайн, лаконичные, мужские, очень классно смотрятся. И, девочки, хочу вам сказать, что эти часы и так идут очень по хорошей скидке на Озоне, но можно взять дополнительную скидку в 5%. Сейчас я вам все покажу, как это сделать, кто будет заказывать. Заходим по ссылочке в описании или в первом закрепленном комментарии. Выходят вот часы, да? И нажимаете «Хочу скидку». 3% и 5%. И уже цена, видите, поменялась. И нажимаете «Запросить скидку». И эти часы будут у вас еще дополнительно со скидкой 5%. Вторые часы точно так же. Такие умные часики мне очень понравились. Так что, девчонки, ссылочки оставляю вам в описании. Закреплю в первом комментарии. Проходите, заказывайте. Не забывайте про дополнительную скидку. Желаю вам приятных покупок. Девчонки, я на кухне готовлю ужин. Не знаю, обед. Сейчас придут к мужу гости, да. Ну, не сейчас, где-то часа через 2-3. И я сегодня решила приготовить пирожки. Да. Сейчас буду еще... Убери кошечку, пожалуйста, горячо ей будет. И сейчас буду готовить плов, лепешки печь. Ну, где-то, наверное, часа через 3. Буду делать пирожки с картошкой и с луком. Вот обжариваю лучок. Картошка у меня уже сварилась. Сейчас сделаю пюре. Ну, половину пирожков, наверное, сделаю просто с картошкой. Детки у меня плохо едят лук. Вот. И тесто мое уже поднялось. Вот такое, смотрите. Так быстро поднялось, кстати, девочки. Я раньше всегда пользовалась сухими дрожжами. А тут пошла в магазин, отправила Марьяшку. Сухих не было. Она купила вот эти, такой квадратные, да, живые, как они называются, не знаю. И, короче, я бросаю их пол пачки на килограмм, там написано. И вообще, смотрите, просто супер. Так быстро поднимается. С сухими у меня так быстро не поднималось тесто. И сейчас вот я буду покупать такие дрожжи. Мне так понравилось, все так быстро. Софика, привет. Привет. Она тут со мной на кухне. Салам алейкум, красавица моя. С кошкой, вон у нас кошка, смотрите. Ну-ка, покажи. Девочки, смотрите, кошке нашей 3 месяца. Посмотрите, какая она большая выросла, да? Знаете, я ничего не добавляла, ни молока, ни яйцо. Просто теплая водичка. Сначала я в теплой водичке отдельно в стакане развела эти дрожжи, добавила ложечку чайного сахара, где-то минут 10 постояли они так. Потом... добавила эти дрожжи в теплую воду, соль, чуть-чуть масла растительного и мука. Вот что-то такое, знаете, не совсем забивать тесто мягкое, да, чтобы было. И сейчас я буду уже раскладывать его. Люблю работать с тестом, с маслом, без муки. Все вам покажу, девчонки. Будем жарить пирожки. Пока жарю, как раз муж привезет мне мясо. Потом буду готовить плов. И... что еще, что еще? А, еще лепешки у меня. Тесто тоже, наверное, поднялось. Сейчас посмотрим. Поднялось, не поднялось. В обед готовила шурпа. Еще целая кастрюля. Тут у меня картошка сварилась. Сейчас буду ее делать пюре. И, кстати, девчонки, что хотела сказать, забыла. Вот, я купила вот такую, заказала на Валбересе. Вот эту светодиодную подсветку. Я вообще смотрела в домовом. Они стоят вообще больше 1000, около 2. А это 5 метров я заказала, 300 с чем-то рублей. Смотрите, как классно вообще. И светло стало, и вообще видео, да, картинка стала намного ярче. Вот, еще что хочу я, девчонки, сделать. Вот хочу вас спросить совет. Хочу обклеить вот, вот это старенькая моя, да, столешница. И вот это тоже уже где-то поцарапано, где-то, короче, ну все равно все испорчено. Хочу обклеить какой-то самоклеющейся пленкой, наверное, красиво. Я вот смотрю, девчонки, кто вообще клеил, дома что-то делал, где покупали, может, на Валберес есть ссылочки, да, артикулы, которые именно хорошие, да, чтобы не порвалась там, не на...
Несколько дней, а чтобы прослужило долго, хочу вот все обклеить. Наверное, вот это, как оно называется, даже забыла, фартук, да? Фартук хочу сделать светленьким, а столешницу я хочу сделать черную, такую, как под мрамор, я смотрю. Не знаю, потому что, смотрите, девчонки, здесь вообще это все испорчено. Это не мы испортили, это так и было, конечно. Вот это тоже все вот. Хочу обновить так чуть-чуть для себя. Хозяин, как я вам сказала, уже сказал, делайте, что хотите. Он не против. Вот, так что буду наводить потихоньку красоту. Все, сейчас, девочки, сделаю пюре. Пока делаю, лучок мой дожарится. И будем с вами готовить пирожки. Да, Софи? Да. Ты любишь пирожки? Да. С луком или без лука? Без лука. Ты тоже лук не любишь, да, моя красота? У Марчик там в комнате с Марьяшкой сидят. Сейчас буду еще уборку. Там у меня стирка, короче, дел, девочки, много. Надо все быстренько успеть. И видео мне надо поснимать, и дела делать. Ну, вы любите такие видео, я знаю. Так что, кому нравится, обязательно ставим пальчик вверх. Пишем ваши комментарии. Жду ваши советы насчет вот этой... Насчет этого фартука, насчет столешницы. Нашла вот типа такого цвет. Думала, самоклейка обклеить. Но он чуть-чуть, мне кажется, светлее вот этого. Но я не хочу зеленый. Мне почему-то не нравится так тускло, да? Если бы светлым был фартук, вообще было классно. Так что, девчонки, все, сейчас попозже включусь к вам. Смотрите, девчонки, решила вам показать тесто на лепешке. Машалла, смотрите, как поднялось. Все, аж к пакету прилипло. И все вот с этими дрожжами. Вообще, так мне понравилось. Теперь буду пользоваться. Я раньше думала, почему бабушка, у меня мама всегда вот такие дрожжи покупали. Думаю, так неудобно. Никогда у меня бабушка всегда брала вот именно такие живые дрожжи. Если неправильно говорю, извиняюсь. Вот такое тесто. Сейчас тоже раскладываю на лепешечки. Будем печь красивые лепешки. Мои фирменные. Кто кушает мои лепешки, всегда говорят, что очень-очень вкусно. Вот сколько у меня теста сегодня, да, Софи? Сейчас у Марчика у меня придет, знаете, он как любит это тесто. Слайм, слайм. Постоянно ему маленький кусочек даю, он рядом со мной лепит что-то, да? اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عيني واصلح لي شأني كله اللهم لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك Работа моя кипит. Пирожки жарю. Вот эти уже пожарила. Это без лука. Начала жарить с луком. Мясо мое обжарилось. Вот до такого состояния. Сейчас бросаем лук. И тоже будем хорошо обжаривать. Марьяшка мне там помогает. Режет морковку. Будет вкусный плов. У меня тут вообще на кухне такой хаос. Сейчас я вам покажу, что бывает за кадром.
когда мне пишут, ой, у вас так все чисто, а у меня там такой кавардак, девчонки. Ну, вы же понимаете, что это не хочется все показывать, да? Показываешь все красиво, чтобы было все аккуратно. А то, что за кадром, это за кадром. Не надо верить красивой картинке. Особенно те блогеры, которые показывают, что у них все идеально, они такие идеальные. Нет, это все неправда, девочки. Вот, здесь у меня лепешки. Одна уже испеклась, одна в духовке. Рис, буду делать плов с длиннозерным рисом. Одна лепешка вот такая уже испеклась. Сегодня смазывала яйцом. Смотрите, какая красота. Здесь у меня Марьяшка мучается, режет морковку. Помогает. Так что работаем. И лепешка моя уже поднимается, подрумянивается. Скоро буду доставать. Девчонки, я почти уже закончила. Осталось у меня две лепешки, но одна уже почти готова. Две вот такие испекла. Очень красиво, когда смазываешь яйцом. Пожарила пирожки. Смотрите, какие они мягкие. Тесто, видите? Шикарные просто пирожки. Я уже даже один съела. Очень вкусно. И пловчик. Обжарила я уже морковку всю. Добавила воды, посолила. И добавила просто только зира. Никаких приправ больше я не добавляю. И сейчас убавляем огонь. Где-то на среднем огне будет кипеть у меня минут 40. Ну, посмотрим, как будут подъезжать мужа гости, да? Тогда уже буду закидывать рис, чтобы был как раз приготовился к их приходу. А рис у меня будет вот такой длиннозерный. Очень мне нравится. Плов получается рассыпчатый. Не переваришь его, потому что такой рис... Это я беру просто длиннозерный пропаренный. Очень мне нравится, так что... Вот, девчонки. Кстати, девчонки, заказала себе новую посуду. Вот такой казанчик и сковородку от фирмы Кукмара. У меня был такой казан в белом цвете и в розовом, в таком, в красном, да. Очень мне нравился. Эта фирма мне очень нравится, так что решила заказать. Мой казанчик я покупала, по-моему, в Ленте. Уже начало все пригорать, прилипать. Уже ему 2 года. Покупала тоже по каким-то скидкам, вообще там, может, за 1000 рублей. И сковородки тоже, не знаю, детишки ковыряют их. Начали тоже пригорать, прилипать. Взяла вот такую сковородку. Вообще выбирала по цвет, ну, чуть-чуть цвет отличается. Видите, здесь чуть-чуть побольше беленького. Такая сковородка здесь, по-моему, 24 сантиметра. Крышки у меня есть, я не стала брать с крышкой, переплачивать. У меня очень много крышек для сковородок. И вот такой казанчик. Очень мне понравился. 4 литра. Мне достаточно. Если плов готовлю, я готовлю в большом казане. А если суп, нам вполне хватит. Так что, девчонки, вот такая у меня посуда. Кстати, на Faberlic появилась новая посуда. Я вот вчера буквально оформляла заказ. Еще заказала себе там две поменьше сковородку, по-моему, 20 сантиметров. И такой как сковородка, казан, что ли. Ну, у меня там приходят бонусы, да. Нужно же что-то брать. Вот я взяла себе опять новую посуду. Потихонечку буду обновлять. Ну, вот это мне очень нравится. Напишите, девчонки, как вам нравится, не нравится. Мне понравилось в таком темном цвете. Так что вот. Закинула, девочки, рис. Вода у меня уже почти выкипела. Делаю вот такие проколы, да, чтобы все равномерно не перемешивала. Сейчас вода выкипит. Сделаю горкой. Посередине я добавляю чеснок, целую головку. И все закрываю на медленном огне. Наверное, минут 30, будет 20. У меня томится. И наш плов будет готов.
Девчонки, я тут уже приготовила разные салатики. Плов мой тоже почти готов. Соленья. Вот такие лепешечки. Смотрите, какая красота. Многие девочки пекут по моим рецептам и им очень нравится. Так что готовьте с удовольствием. Вот такая вот большая тарелка вкусных пирожков. И мой пловчик сейчас будет готов. Девчонки, всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось мое видео, обязательно поддержите. Поставьте пальчик вверх. Если не подписаны, подписывайтесь. Пишите ваши комментарии, мне будет очень приятно. Всем ассаламу алейкум, до новых встреч, всем пока-пока. كل النساء تود أن تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله فازت بقلب خير المرسلين في العلم فاقت علم كل العالمين خبر جليل يزفه جبريل يجوب الدنيا